Небольшое видео с утречка о том, как я люблю поесть. Я уже сделал зарядку. У нас в Абхазии восход солнца. Вот, горы только окатило. Вот он с той стороны светит. Вот. Ну а я ем вот эту прелесть. Потерял, какую хотел съесть. Все они, в принципе, спелые. Но я выбираю из спелого. Самое спелое. Оно прям сахарное, друзья. Так, как же мне попробовать установить камеру? Все в форме. Форма для всего. Ладно, будем вот это есть. Так вот, я срываю обычно попку. Ой. И все, и ем. Здесь начинаю с этой стороны. Потому что она обычно недозревшая, но не в моем случае. В моем случае вообще она кайфовая вся, вот посмотрите, сахарная. И заканчиваю попкой. Точнее носиком. Кайфую просто. Конечно, если ты где-то на базаре или на улице, не получится. Потому что усы, вся моська, все сахарное. Объедение. Зима в Абхазии, это великолепно. Да что там говорить? У нас люди еще в палатках живут. Сейчас я вам покажу. Ну, видите, там палатка стоит. По идее, она там не одна должна стоять. Доброе утро! Вон, ну, солнышко. Ну, мне в шортах даже нормально вообще. А солнце выглядит, будет так вообще кайфово. Может быть, загорать. Конец ноября. Вот, хотел вам сказать еще. Такая вибрация жесткая. Про хранение отходов. Вот. Жека из Краснодара, фруктоед. Он рекомендовал хранить в морозилке. Вот, у меня морозилки нету, я нашел способ. Просто в герметичной таре. Сейчас вот морозилка, она уже не знаю сколько. Третий день, наверное. То есть я потом был на голодушечке, там что-то оставалось до этого. И вот это тоже стоит нормально. Вот. Так что у каждого, как сказать, все средства хороши в сыроедении. Фруктоедение. Ну все, с вас лайк, подписка. А я дальше поглощать эту мою радость, мою приелесть.